Вечером примерно в 9 часов ивары полицейские зарегистрировали на углу улиц Ташинова и Модели Хожа. Здесь столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2199. Как рассказали свидетели ДТП, Nissan двигался по главной трассе улицы Модели Хожа в сторону улицы Адырбекова, а Самара ехала по Ташинову в сторону улицы Маншук Маметова. Столкновение произошло, когда оба автомобиля находились в центре перекрестка. От сильного удара ВАЗ-2199 выбросило на тротуар. К счастью, в это время на нем людей не было и никто из пешеходов не пострадал. В результате аварии обе машины получили серьезный материальный ущерб. Кто его возместит и кто виновен в ДТП, сейчас выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции. Обе автомашины полицейские заключили на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств дела. Еще одно ДТП с двумя пострадавшими полицейские зарегистрировали час спустя на пересечении проспекта Талкихана и улицы Казбек-Би. Здесь столкнулись микроавтобус Hyundai Starex и мотоцикл. Как рассказал водитель Hyundai, оба транспортных средства двигались по проспекту Талкихана во встречных направлениях. Когда уже заканчивалось действие зеленого сигнала светофора, он стал поворачивать налево на Казбек-Би в сторону площади Ардабасы. И в это время перекресток перед поворачивающим микроавтобусом попытался проскочить мотоциклист. От сильного удара водитель и молодая девушка, сидевшая сзади, вылетели из мотоцикла, получив серьезные травмы. Уже через несколько минут на место ДТП прибыли врачи скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу. Они были госпитализированы в реанимационное отделение. Водитель Старекса после ДТП долго не мог прийти в себя, но все же дал показания полицейским. По его словам, мотоцикл проезжал перекресток уже на красный свет. Разобраться в ситуации и выяснить, кто все же из водителей нарушил правила дорожного движения, помогут записи камер видеонаблюдения, установленные на перекрестке. Сейчас по факту этого ДТП ведется следствие. А днем примерно в 2 часа авария произошла на пересечении улиц Казбек-Би и Тажибаева. Здесь столкнулись такси Грюнекс и автомобиль Opel Astra, двигавшиеся по Казбек-Би во встречных направлениях. Как рассказал водитель Astra, такси ехало по улице Казбек-Би в сторону проспекта Рискулова и попыталась развернуться на улице Тажибаева, не пропустив встречный Opel. Я ехал с небольшой скоростью по дороге, и вдруг передо мной неожиданно стала разворачиваться вон та Nexia. В мою сторону водитель даже не смотрел. Я резко нажал на тормоз, но расстояние было уже слишком близким, и я не успел остановиться, мы столкнулись. Как рассказал водитель Astra, в его машине ехали 4 школьницы, одна из них получила травмы. Ее врачи скорой помощи доставили в больницу. Daewoo Nexia полицейские эвакуировали на штрафстоянку. Сейчас сотрудники дорожно-патрульной полиции выясняют степень вины обоих водителей. Сотрудники Тюлькубасского РОВД задержали 45-летнего подозреваемого в кражах скота и аккумуляторов. С начала этого года в районный отдел полиции обратились с заявлениями несколько местных жителей, сообщившие о том, что неизвестный похищает у них домашнюю скотину и снимает с автомашин аккумуляторы. Данные заявления у нас были зарегистрированы в Тюлькубасском РОВД по статье 188 части 2 «Кража». В результате проведенного подборного опроса мы вышли на след возможного подозреваемого, причастного к кражам. Сотрудники криминальной полиции задержали местного жителя 1972 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. В ходе расследования полицейские установили, что мужчина, занимаясь частным извозом, промышлял кражами скота и хищением аккумуляторов с грузовых автомашин. На сегодня доказано, что он совершил на территории района 7 фактов краж чужого имущества. Проезжая мимо на автомашине по улице, я увидел 3 пасшихся телят. Одного из них я взял, связал веревкой и положил в багажник. А потом поехал в другой населенный пункт и продал его. Аккумуляторы я сдавал в пункт приема металла за небольшие деньги. Таким образом, потерпевшим задержанный нанес материальный ущерб на сумму более 500 000 тенге. Сейчас он находится под стражей. В качестве вещественных доказательств изъята автомашина и арканы. Ведется досудебное расследование. Утро на месте.